Радость сменилась разочарованием. Жители нескольких домов на улице Азина в Вятских Полянах жалуются. Детская площадка, которую им установили еще в прошлом году, до сих пор недоделана. Жители не знают, сдан ли объект и насколько будет безопасно играть детям. Когда эту детскую площадку на улице Азина только установили, жители ближайших домов были рады. Наконец-то у их детей появилось место, где можно качаться, играть и общаться со сверстниками. Но радость длилась недолго. Прошел уже почти год, а детский городок до сих пор не доделан. Меня возмущает то, что площадка, похоже, не принята. То есть не было акта сдачи приемки, в котором было бы указано, работа выполнена в полном объеме, не в полном объеме, так как площадка недоукомплектована. Вот видите, не хватает двух качелей. Несмотря на все недочеты, детская площадка все равно востребована. Родители постоянно приводят сюда своих детей. Правда, в их безопасности они не уверены. Пни здесь не везде выкручены, бывают, падают, запинаются дети. Песочка не хватает, вроде бы там кучу бросились, сюда можно донести. Если уже, в принципе, взялись за дело, я считаю, что нужно делать уже до конца. Не раз жители города обращались с жалобами в мэрию, и там подтвердили, о проблеме знают. Изначально со строительством этой детской площадки были проблемы, пояснили чиновники. Сначала подрядчики оказались недобросовестными, пришлось искать других. Позже выяснилось, что на месте площадки проходят коммуникации, поэтому городок пришлось сместить и сделать не квадратным, а прямоугольным. Действительно, есть момент недокомплектности качелей. Этот вопрос практически в ближайшие дни будет решен. И сейчас мы прорабатываем с инициативной группой возможность проработки вопроса о закрытии площадки, ну, придании законченного вида за счет, при помощи озеленения вот этих частей. Также в мэрии сообщили, что, скорее всего, работы на этой детской площадке будут закончены этим летом. Екатерина Зубарева, Олеся Соломатова и Роман Кутузов. Бюро новостей Давича.